Поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач прокомментировал появившуюся информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Армению в марте. «Могу только сказать, что весна принесет в Армению много позитивных событий», — сказал Лобач в интервью армянским СМИ. Кроме того, поверенный в делах Украины в Армении также ответил на вопрос о возможных последствиях российско-украинской войны для Южного Кавказа. «На самом деле, сейчас можно многое сказать, но я пока ничего не могу сказать. Через несколько дней вы сами услышите новость и будете знать, что произойдет. Со своей стороны скажу, что Украина готова поддержать Армению. Не раскрывая скобок, вы увидите через несколько дней. В любом случае, наша страна сделает все для урегулирования и стабилизации региона». Приводит цитату Валерия Лобача армянские СМИ.